Отношение к каким-то либо наркотическим веществам имеете, употребляете, может быть, пробовали? Ну, отношение имею, но не употреблял. А пробовали? Нет. Какое отношение имеете к наркотическим средствам? И каким именно? Работал в интернет-магазине. А кем по должности в интернет-магазине работали? Ну, закладчиком. Как давно вы работаете? Ну, примерно вот с лета. Этого года? Да. А где вы закладывали наркотики? Какие закладывали? Ну, в ковры закладывал. Ну, соль вот. Соль. Спайсы? Нет, спайсы нет. Гашиш, марихуана? Нет. То в ковровые закладки делали?